Всем доброе утро. Мы вышли с дома, идем в садик. Вот Таня бежит. На улице немножечко у нас прохладно, поэтому я уже замерзла. Таня в штанишках, сегодня 23 максимум. Еще и туман будет. Ох, нам сегодня нужно будет ехать в гараж. СТО вот это. И нужно будет сегодня ехать к врачу, сынуль. К врачу надо будет. По переходу, правильно. Ой, его не видно. У меня кофта висит. Сегодня нужно будет нам и ехать к педиатру. Мы наконец-то узнаем, есть ли у Дани на что-нибудь аллергия или нету. И у Дани... Бежи к папе. Ой, папе. Есть или нет аллергии? Я очень надеюсь на то, что ее нету. И кашель у Дани закончился. Практически. Лекарство дал? Да. Все, мы даем лекарство. Нам еще долго давать лекарство. Ну, вот это вот спрей 15 дней, а сироп 6 дней. Ты, сыночек, расскажи мамочке. У тебя носик дышит? Да. Класс, красота. Все, мы поехали. Были мы только что в этом, в Таере, ну, СТО. Короче, у нас вроде бы как сломалась не турбина, а что-то там датчик. Она вот ходит, приходит, доходит. Короче, само ломается, само чинится, все. И нам сказали, что нужно искать проблему, это дорого, 50 евро выпало. Это долго, дорого, короче. Он сказал, ты можешь так ездить, если ты не слышишь никакого там другого дискомфорта, если типа только вот эта ситуация, то можно и так ездить. Ну окей, зачем нам сейчас тратить много денег, ждать, пока машину починят, потом как-нибудь. Ну, да, спросил, зачем мы приехали в Декатлон? Ну, я же сейчас все скуплю здесь. А ты не понимаешь? Не продается. А продается то, что мне надо. А что, кстати? Бассейн для Дани. А, да. Сейчас пойдем посмотрим. Вот это Валик меня как привезет куда-то. Какое-то такое место, знаете, там, где можно много денег потратить. И говорит, держись, Алина, держись, не трать. Не трать, Алина, не покупай. Зачем меня нужно привозить в это все? Зачем? Это как дай наркотик наркоману в руках подержать. Ну, честно. А я не могу уже. Я уже рядом возле магазина. Я хочу пойти и все. Не хочу я ничего покупать. Класс! Нам бесплатно ну, проверили ну, как бы, все. Я ж так понял, что... Ну, может, они тупо... Может, они пожалели. Класс. Все, идем в Декатлон. Мы дома. Где мы были перед этим? В салон ездили? Я, по-моему, только два видео сняла. Да, сегодня Даня у нас до 3. Сейчас уже 2 часа, его скоро забирать, и сразу нужно ехать в больницу. Потому что ему к педиатру на 3:15 ровно. Раньше забрать нельзя в садике, это только надо, ну, в школе. Это только надо писать заранее заявление и забирать уже в 2. А в 3 можно забрать, и в 5 можно забрать, и в час можно забрать без заявления. Вот. Так что скоро поедем за Дани. Я тут сидела, монтировала видео, у меня уже глаза болят, я уже с ума сошла тут. По 500 раз одни и те же слова, у меня уже сил нет. Вот. Кейсечка, моя девочка, уши закапала собаки, у нее теперь жирная голова. Тут Даня суп готовил. Жирная голова у собаки. Надо стирочку собрать, но она еще влажная. Как же мне хочется стиралку с сушилкой. Вообще просто. Это, наверное, самое лучшее решение в жизни. Чтобы не сушить вот это вот так. Я сегодня хотела с Даней пойти на пляж, но, к сожалению, погода не позволяет. Очень сильно ветрено.
и прохладно. Поэтому мы сегодня не пойдем на пляж. Очень хотелось. Мы идем уже за Дани. Я ему взяла с собой сок. О, так видно. Сок и ягодки. Вот. Угу. Это пакет мне слышал. Мы сейчас быстренько за Дани, сразу в больницу ехать. Не гулять, ничего. В больницу мы только узнаем. Посмотреть, его послушать. Ну да. Мы скажем, что надо было сфоткать. Крыл. Чтоб жарко не было с ног. Все, мы сына забрали. Едем сейчас в больничку. Сыночек, ты знаешь, что мы в больничку едем? Нам только надо анализы забрать. Даня уставший, даже не разговаривает. Да, вообще. Устал. Очень устал. Значит, у него чуть позже вот это вот. Бодрость. Шо? Ой, мои. Cuenta no a 300 sino a 500, 800, 1000. Yo he visto casos de 1400. Vale. Y fíjate, él tiene un valor normal. ¿Esta inmunidad? Да. Иммунитет? Иммунитет. Форма parte de la inmunidad. Los otros estudios que pidió el doctor es para ver si él es alérgico a cualquiera de estos productos. Productos me refiero, no, porque estos son ácaros microscópicos, caspa del perro, caspa del gato. Vale. Y en este domingo sí. Nosotros vamos en Blanes, en el hospital, porque, sí. Porque Danilo dice que papá, yo tengo duele cabeza, duele sí. Aquí y poquito el vomito. Vale, y le dieron un informe en el hospital, voy a mirar aquí el informe. Uh-huh. Aquí está, entonces vamos a buscar. Y ahora él toma este medicamento. ¿Es este? Atitiol, glucolítico. Y ah, este. La omeprazona nasal? Sí, vale. Sí, para la nariz. Sí. Porque en nariz mucho mucho mucosidad, sí, mucho. Y este medicamento ayuda, y este y este. Vale. Ahora, y ahora mejor. Sí, y ahora tos poco a poco. Tiene poquito, sí. Poquito, sí. ¿Me cachles? Doctor, ¿no das так, чтобы тебя послушал, да? Так, ну все, мы наконец-таки вышли от врача. Вы знаете, что там было написано? Стой, сыночек, осторожно. Осторожно, машинка сейчас будет парковаться. Там было написано, что нельзя было снимать. Это кафе. Нельзя снимать вообще в больнице. Это нарушает права человека, конфиденциальность и все остальное. Поэтому я просто выключила все индикаторы, все дисплеи и снимала. Поэтому, да. Знаете, я постараюсь замазать лицо, если я его не замажу, то будет беда. Я попробую, а можно? Попробую замазать. Сломалась. Да, сломалась, да, сломалась, сыночек. Вот, он сказал, все нормально, у нас понижено только что-то там понижено, железо, как я поняла, надо будет еще раз прочитать. Аллергии у нас ни на что нету. Я вообще в шоке. Я безумно рада. Ой. Я очень рада тому, что у нас нету вообще аллергии ни на что. И я выдохнула наконец-то. А, его этот. Иммунитет у него отличный. Вообще идеальный. Все хорошо с иммунитетом у нас. Вот. Что еще? Просто из-за климата, реально. Да, из-за климата, из-за всего. Из-за того, что не было лечения. У нас-то в Украине сразу лечили сопли. У нас лечили спреями, каплями. А здесь вот это вот. Такой, да. А здесь усугубляется из-за того, что не лечат и климат. Это все влажное, это распространяет бактерии. Зеленые сопли тут у каждого второго ребенка. Это ужас просто. Но хоть на лето мы вылечились, наконец-то, я очень этому рада. Мама, просто. Бассейн. Сыночек, ну куда мы пойдем в бассейн? Катина мама работает очень. Все, будем мы ехать домой, да? Домой? Аптеку или как-то, нет?
А, в аптеку сейчас за лекарством просто поедем. Посмотрим, сколько оно стоит, да? В магазин нам надо еще заехать. И потом гулять, да. И потом поедем гулять. И в магазин. Нет. Не в магазин. Ну надо в магазин сосисочек взять. В русский. Нет. Да. Нет. Все, поехали мы. Мы только что заехали в Мюнхендону. Даня выбрал себе вкусняшки на завтрак, да? Покажи, что это у тебя. Такие эти бублики такие. Полностью из овсянки. И он, кстати, вкус. Ему нравится. Они без сахара и полностью еще овсяные. Ему просто они по виду очень понравились. Вот, взяли молоко, арбуз, черешню. Ну, такое. Самое необходимое. И сейчас вот заехали в китайский. Знаете, что мне нужно? А мне нужен пакет для зимней одежды. Мне нужно завакуумировать. Мне нужно пакет. Вещи в пакете. Чтобы они до зимы лежали себе без всяких там запахов и всего остального. Не напитывали, короче. Чтобы мой шкаф пах приятно. Все. И сейчас я еще хочу Дане посмотреть. Показать, точнее, Валику, какой я видела жилет для Дани. Показать тебе? Жилет какой я видела. Покажу. А я сейчас вам покажу. У меня, мы еще в аптеке были, зашли и взяли Дане лекарства. Я не помню, я говорила или нет, по-моему, нет. Взяли Дане лекарства и мне пластырь на поясницу, потому что у меня сильно болит поясница. И знаете что? Как всегда, этот пластырь оказался оголимым, который вообще не клеится даже. Ничего страшного. Вот так ничего держи, страшного. Да? Вот так. А как он есть вот, будет? Вот. Ну вот так по одной штучке будешь брать, вот это и кушаешь. Все, и вот так идешь и кушаешь. Вот это мама выдумщица. Пойдем. Кармашек, да. Бля, теперь он смешно. Идет с кармашка достает. Покажи, что у тебя там прячется в кармашке. Ой, да ты что? Тебе так понравилось? Класс. Ане очень понравилось. А тут ничего не написано про камеры, про все. Зашли мы в китайский. Вот. Вот такой жилет. Видишь, он с этим. Типа для попы? Да. Чтоб он не поднимался. Я вот думаю, удобно или нет? 22 евро просто. Удобный он или нет, я не знаю. И вот такой еще есть. Но тут беда, знаете, в чем? То, что оно жесткое очень. Очень жесткое. А вот такие надувные я вообще не хочу. Это неудобно. Это некомфортно. Люди, которые под водичкой плавают. А вообще надо поискать, посмотреть, какие самые безопасные. Как акула. Чтоб Даня плавал. Мы вышли в магазин с Валиком, мы забыли купить этот хлеб. Купили паштет, но хлеб не купили. Вот, и сейчас идем в наш, тут рядышком. Отпустили Кейси тут по парковочке побегать. Да, Кисюлечка? Побегай, побегай. Ого, испугалась. У нас тут есть маленький суслик. Видите, как мы ее часто купаем? Она все равно очень сильно жирная. Мы уже пообедали. Это, наверное, поужинали уже. Пол седьмого. Поужинали? А там сахар есть? Мы ели гречку с сардельками. Прям как в детстве вообще. И у меня так спать захотелось. Мне. Даня уже пошел в кровать лежать, уже ждет, меня зовет. Сейчас пойду. Тут собака трусится, моя девочка. Маленькая, ее надо посушить. Подстричь вообще я ее хотела. Но мне так впадает. Сейчас я на 3 часа засяду. У тебя все нормально? Собака сушится. Ковер сушится, собака сушится, все сушатся. Погнала круги. Нарезай тут. Лучше фена, скажи, Кэсси. Я не могу с нее, капец. Дважды. Дважды сегодня купала, но вы сами догадаетесь, зачем. Вот.
Она теперь вот такая вот красивая цумбучка. Вылазь, осторожно. Банные процедуры. Вот такая вот у нас красивая собака получилась. В принципе, практически ничего не изменилось до купания, после купания. У нее из-за лекарства вот тут жирная. Я ее второй раз уже купаю. И тут еще не подсохла, надо ее подстригать срочно. Потому что это ужас просто. У нее все лапки заросшие. И мордочка уже, брови все стоят. Да? Кэсси, тебя подстричь надо? Уши заросли страшно. Эх, ну ты красивая. Какая красивая девочка. А Даня уже пошел спать с Валиком. Пока я тут Кэсси приводила в порядок салон красоты и тут сделала. Ой, не могу. Я встала, у меня голова закружилась. И... теперь у меня собака самая красивая в мире. Где моя мать? Смотрите, это моя мать. Тут лежит в телефоне, залипает. Зачем ты это делаешь? Чтоб потом оно прям эфиром, прям в Ютуб. Слушай, ку-ку, блядь. Ты видишь, что ничего не видит? Валя купил Дане яйцо, а там попалась вот такая вот печатка, ну, как у нас в детстве был. Даня решил сделать из меня просто, не знаю, как будто я ветрянкой болею. А не помню, я снимала, не? А, не, не снимала. Это я показывала Насте. У меня как будто бы ветрянка. Даня меня весь этот... На спину лягла и чешется. Короче, подай мне сосисочки вот эти. Вкусные. Ну, они не вкусные, но вкусные. Подашь? Уже 10 часов, и мы так хотим спать, как никогда в жизни. Так что будем ложиться спать. У меня даже глаза уже закрываются. Да. Угу. Я хочу все время зевать, я хочу спать, так что увидимся с вами завтра и всем.